дорогие друзья, гости фестиваля. Мы рады приветствовать вас на нашей нучинской земле. Сегодня, видите, мы сменили не только место фестиваля, но немножко постарались по вашим пожеланиям поменять его формат. Призываем вас участвовать во всех мероприятиях, во всех площадках. Для всех, я думаю, найдется здесь дело. Хотелось бы поблагодарить всех участников, всех, кто готовил это данное мероприятие, гостям, зрителям, набраться позитивной энергии, здоровья и в эти последние выходные лета получить заряд мощной-мощной энергии на всю осень и на всю зиму. Поэтому с праздником, с началом фестиваля. Спасибо. Спасибо, Сергей Алексеевич.